Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Молодежная политика, социальные сетки и европейские гульни. Наместник старшини Гомельского облвыканкама Владимир Привалов встретился с коллективом Караневской экспериментальной лесной базы. Вытворчая дисциплина – основа эффективности. Старшиня комитета Держконтролю Леонид Анфимов наведал предприемство Светлогорского района. Экзамен на оперативность. У Мазыры прошли областные споборництвы санитарных дружин. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Интернет, социальные сетки и европейские гульни. Наместник старшини Гомельского облвыканкама Владимир Привалов встретился с коллективом Караневской экспериментальной лесной базы Института лесу Национальной академии наук. У коротком выступлении Владимир Привалов расповел об стане справ у экономичном и социальном житии Гомельской области. Особливую увагу наместник старшини облвыканкама звернул на молодежную политику. По его словах, зараз на всех узровнях треба больше активно выкористовывать интернет и социальные сетки. У сучасным мультимедийным свете менавіта гэтые рычаги дапамагаюць не только донести информацию, але и даведацца об настроі и жаданнях молоді. Сегодня нужно учитывать все, что касается интернет-ресурса. И нужно сегодня, начиная от отделов образования, заканчивая предприятиями, сегодня всем работать в социальных сетях и работать с людьми. Правильно работать с людьми, рассказывать им правду о нашей жизни и, самое главное, слышать и чувствовать их проблемы. После распачался диалог. Владимир Привалов отказал на питание. Одно из них тычилось и других европейских гульнев. Гомельские спортсмены выступают там довольно поспяхово. Спортсмены из нашей области по колькости завоеванных белорусской сборной медалей соступают только минчанам. До новинок еврогульня мы еще вернемся, а зараз до інших тем. Дисципліна і порядок. Гэтыя темы были у центра уваги старшини комитета державного контролю Республики Беларусь Леонида Анфимова, який напередодні наведал Светлогорский район. Подставой для рабочей поездки стали выники мониторингу, які месяц тому провели специалисты комитета. Захученными фактами ознайомились наши корреспонденты. Гэтае посяджэнне у Светлогорску сумесное районного совета депутатов и райвыканкама. На парадку дня пытанне занятости мясцовага насельніцтва. Узровень беспрацоўя у районе невысокі, але гэта не значыць, што ўсе магчымасці вычарпаны. Зараз у сельскіх саветах Светлагорскага района праводзяцца сходы грамадзян, падчас якіх людзям расказваюць аб існуючых магчымасцях арганізацыі самазанятасці. Ёсць сёння вакансіі і на прадпрыемствах. Падчас пасяджэння прыводзіцца прыклад домабудаўнічага камбіната, дзе не хапае больш як 70 спецыялістаў. Люди працаўладкоўваюцца, але шмат хто працуе непрацяглы час. Асноўная прычына – нізкая вытворчая дысцыпліна. Гэтая тэма ў Светлагорску ўвогуле ўздымалася неаднойчы. Звярнуўся да яе і старшыня Республіканскага камітэта дзяржаўнага кантролю Леонід Анфімаў. Чакаць высокіх эканамічных паказчыкаў без навядзення парадку нельга. Тычыцца гэта ўсіх галін, але на гэты раз асаблівая ўвага аграпрамысловаму комплексу. Кратенькія результаты таго, што мы успели посмотреть по Гомельской области. Хотя я скажу, что это не только слава Гомельской области в кавычках. В мае-июне текущего года из 39 сельхозорганизаций, охваченных мониторингом, проведенным комитетом по области, в 35-90% установлены нарушения отраслевых регламентов. Заготовка сенажа в неподготовленной траншее, без применения консервантов и укрытия пленкой, с превышением допустимых сроков закладки, 22 непринятие мер по своевременной подготовке кормоуборочной техники, 21 простой кормоуборочной техники из-за низкой обеспеченности дизельным топливом или кадрами механизаторов. Выники мониторингу сельскохозяйственных предприятий, которые специалисты комитета Держконтролю Гомельской области провели месяц тому, обмерковываются и подчас наведывания организаций галины. Бадае наиболее значные порушения выявлены у сельскохозяйственном унитарном предприятии «Золок Агро», где по документах на фермах не долишились больше як 1200 живел. Сегодня проверку по этим факте проводят правоохранные органы, которые повинны установить соправдные масштабы страт и их причины. Вы представляете, какой это ущерб? Это почти миллион рублей ущерба.
Миллион рублей ущерба для одного хозяйства. Тем более, вы знаете, это же не то, что 100 голов, которые можно. И то 100 голов для хозяйства много, которые мы сегодня не досчитываемся к отчетности. Вот. А тут 1200 голов. У меня эта цифра тоже сомнение вызвала. И я несколько раз переспросил, насколько точна и объективна эта цифра. Мы ее проверяем сегодня, эту цифру уточняем. Но она приблизительно вот именно такая. У акционерном товаристве «Дубрава Агро» по час мониторингу за уваги тишились недостатковых темпов ремонту зернеуборочных техники. Але подчас сегодняшнего наведывания предприемства бачно, что все проблемы вырешены. У акционерном товаристве кажут, что до таких пытаний завсюды ставится отказно. Урэште размова идет об развитии господарки. Если это речь идет о производстве молока, то да, действительно, мы собираемся, у нас есть старая молочно-товарная фирма «Заречье», и взамен этой фирмы мы, значит, собираемся построить новый молочно-товарный комплекс. Подчас наведывания акционерного товариства «Дубрава Агро» старшиня комитета Держконтролю Леонид Анфимов каже, что гэтае сельгаспрадпрыемства у шмат чым можна лічыць узорным. У усялякім выпадку дысцыпліна тут захоўваецца не толькі на словах. І абяцае, тэма наведзення парадку на вытворчасці у полі зроку кантралёраў будзе заставацца і надалей. По тем проверкам, которые ранее прошли, 80% нарушений, если они не требовали серьезных капитальных вложений, финансовых ресурсов, нарушения были устранены, практически сразу устранены. Но это говорит о том, что, в принципе, наверное, главной причиной вот этих нарушений является просто элементарная бесхозяйственность и неорганизованность со стороны руководителей. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. У регіёне актыўна ідзе падрыхтоўка да галоўнага дзяржаўнага свята нашай краіны – Дня Незалежнасці. На Гомельшчыне афіцыйныя ўрачыстасці пачнуцца 1 ліпеня. Зараз ва ўсіх раёнах вобласці праходзяць рэпетыцыі канцэртных праграм і шэсцяў, рыхтуюцца экспанаты для выстаў, апошнія штрыхі наводзяць перад адкрыццём новых аб'ектаў і ўстаноў. Вынік абяцае быць уражваючым. З падрабязнасцямі Яўгенія Кухаронак. День незалежности Республики Беларуси, 75-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников на Гомельщине плануется значить широкомасштабно. Святочные урочистости почнутся 1 липеня с урочистого сходу и святочного концерта у Гомельским громадско-культурным центре. На пляцовце перед установой разгорнится выстава военной техницы, а непосредственно у фойе концертной залы гости смогут познакомиться с историчной экспозицией, присвященной юбилейным датам. На 2 липеня у регионе запланованы митинги и ускладание кветок и венков до братерских могил, курганов и мемориальных комплексов. Пик урочистостей прыйдзецца непосредственно на святочное 3 липеня. Райцентры рыхтуют свои сюрпризы. Гомель чакае не менш цікавая на мероприемстве программа. Это и традиционное шествие по улице Советской, которое у нас традиционно проходит широкомасштабно. Это и возложение на площади труда. И особенность этого года, этого праздника, это то, что все наши основные праздничные мероприятия проведут на площади Ленина, что действительно у нас происходит в последнее время достаточно редко и посвящено именно таким знаковым событиям. Уже в 11 утра открывается торжественно праздник, и все наши праздничные мероприятия продлятся до 23:30. Святочное шествие в рамках республиканской акции «Беларусь Русь памятая» почнется 10 годин раницы. Плануется, что удел у им примут больше за 6 тысяч человек. Они пройдут по улице Советской и накируются до братерской могилы советских воинов и подпольщиков, где проведут урочистый митинг. Далее основные святочные мероприемства протягнутся на площади Ленина. Пригласили детские и взрослые сводные хоровые коллективы. Будет массовая хореографическая композиция с нашими взрослыми и с детьми. И я думаю, что 50 минут будет хорошего праздничного настроения для наших гомельчан и гостей. У 12 годин с площади Ленина будет стартовать инклюзивный пробег. Финишуют удельники у сквера имя Громыки, где по планах разгорнится город инклюзии. На улице Коммунаров и Советской разместится масштабная выстава под назвой «75 мирных годов». В уголе во всех районах в области и города пройдут концертные программы и забавляльные мероприемства. Республиканская акция «Споем гимн разом» запланована на 22:00, после чего на площади Ленина у Гомеля отбудется салют, у районах фейерверки. Евгения Кухаронок, Василий Осипцов, телерадыёкампанія «Гомель». Студэнты Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта назвалі адзін са сваіх працоўных атрадаў у гонар ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Аэліты Самсонавай. З добрай навіной маладыя людзі завіталі ў госці да сваёй гераіні. Аэліта Іванаўна ў гады вайны служыла медсястрой у ваенным шпіталі. Жанчына выратоўвала жыцці і душы салдат. Гэта і падштурхнула будучых медыкаў назваць свой атрад у яе гонар. Студэнты паабяцалі не страціць запал, што дзённа вучыцца і працягнуць дапамагаць
помогать людям у мирный час. Працовный отряд Аэлиты Самсоновой уключится у сервисную деятельность у липени. Молодые люди будут помогать приемной комиссии с оформлением документов. С 12 июля по 6 августа. Они будут совмещать с практикой, поэтому у них смены по-разному стоят. У нас в этом году новая политика. Мы хотим сделать так, чтобы те, которые уже много раз были в приемной комиссии, обучали более младший курс. Поэтому там и 4, и 5, и 3, и вот 2, и вот даже ребята с 1 курса. Нотариусы Беларуси 2 липеня проведут бесплатные консультации. Все нотариальные конторы и бюро краины примут удел у республиканской доброчинной акции, присвященной святкованию Дня Незалежности и 75-годия вызволения Беларуси. Звернувшись до нотариуса на протягу працовного дня 2 липеня, жыхары и гости Беларуси смогут отримать консультацию бесплатно. Змоделевать мясцовость, надворье, час суток, дадать перешкоду ці поломку. Новое тренировочное обсталяванне з'явилось у Гомельском дорожном центре по подрыхтовце и повышению квалификации кадров белорусской чыгунки. Тренажер дозволяет отпрацовывать навыки ваджения грузовых электровозов, у тым лику у аварийных и нестандартных ситуациях. Знешне все отповедает соправдной обстановце у кабине машиниста. Панорама на экранах, реальный участок чыгунки с усими объектами, что находятся в зоне бачности. Экстремальные умовы и нестандартные ситуации моделируя инструктор. Ён же сочит за деяннями будущих машинистов и их помощников. Критерии оценки навыков локомотивной бригады, хуткость реагования и правильность принятых решений. Это очень хороший тренажер, потому что электровоз новый, как бы техника, она принципиально отличается от устаревшей. Вот мы долго его ждали. С 2012 года первый электровоз появился в 2012 году на железной дороге. И, ну и вот сейчас только появился этот тренажер, который позволяет локомотивным бригадам, ну, максимально приближенных к реальным условиям, ознакомиться с этим электровозом. Размова идет об белорусско-китайских грузовых электровозах, которые вырабили по заказе нашей чыгунки. За 7 годов Украине поставили таких 30 машин. Сегодня яны перевозят буйные грузы до 8 тысяч тонн в накерунках Брест-Орша и Гомель-Минск-Вильнюс. Тренажер значно спростил практичное навучание будущих машинистов и их помощников. Теперь не потребуется выводить реальный электровоз из эксплуатации и марновать энергию. Пятая частка насельніцтва Беларуси – молодь во возрасте от 14 до 30 годов. У эту категорию уваходит 1 миллион 858 500 жыхароў краины. Такая информация вмещается у статистичном огляде Белстата до Дня молоді, который будет означаться у эту неделю. Юнаков трохи больше, чем девчат. Як и во все часы, молодь тягнется у город. На селе во возрасте 14-30 годов живе не больше, как 300 тысяч человек. Что радует, сирот регионов самой молодежной называют Гомельскую область. У Мазыры собрались лепшие санитарные дружины из усёй Гомельской области, каб вызначить пераможцу профессийного конкурса. Усяго у спаборництвах удельничали 7 команд. Кто лепш володая навыками выратавання, ведают наши мазырские коллеги. Что робить, коли человека удару ток? Те, як же себе поводить, коли на предприемстве отбылся выкид аммияку? На областном споборництве громадянских формирований отпрацовывались экстренные ситуации разного характера. У Мазыры собрались 7 лепших команд. Санитарная дружина предприемства «Светлогорск Химволокно» – летошние переможцы. Готовились мы, скажем так, честно, с мая месяца к этим областным соревнованиям. Сначала районные у нас прошли, где мы заняли первое место. Ну и продолжали готовиться к областным, дабы победить опять в этом году, взять достойное место, показать себя, показать свои умения и навыки, которые мы приобрели в течение всего времени. Безпека людей – это главная функция министерства по надзвычайных ситуациях. Але и сами люди повинны ведать, как поводить себе у выпадку, коли треба оказать допомогу потерпелому, минимизовать наступствы здарения до приезду профессийных выратавальников. Тому и ставка робится на громадянские формирования, которые працуют на базе предприемства. Защита населения – есть наша основная задача. Поэтому и умение населения работать в чрезвычайных ситуациях всегда у нас находится в приоритете. Сегодня на Молодской земле проходит заключительный этап соревнований среди санитарных дружин формирования гражданской обороны в Гомельской области. Все команды, представленные на данных соревнованиях, прошли отбор в кустовых соревнованиях и прибыли для определения сильнейшего. Цель данных соревнований – это
не только определить сильнейшего, но также еще раз закрепить все умения и навыки, которые пригодятся в дальнейшей, при дальнейшей работе и несении службы. Теоретичная подрыхтовка и отпрацовка отриманных ведов, санитарные дружины у режиме постоянной готовности. Областное споборництво – могутная мотивация продемонстрировать навыки, а сам процесс подрыхтовки не только сделать познавальным, але и займальным. Долгая была подготовка, и я считаю, что она полезна, полезна в жизни наших, мне как маме, и женщинам однозначно будет полезна, потому что получили как оказывать вообще первую помощь. И вообще интересно было. У нас железнодорожный узел, и поэтому новое знакомство, новое общение какое-то интересное. Ну, то есть, какое-то отвлечение от обыденной жизни. Подготовка, в общем, была очень интересная, так как мы разбирали очень многие вопросы, которые нам пригодятся в дальнейшей жизни и жизнедеятельности. Оказание медицинской помощи пострадавшим, даже которые вот где-то идешь, и что-то случилось с человеком, ты уже сможешь оказать помощь. По выниках конкурсных выпробований лепшая признана санитарная дружина Белорусского металлургичного завода. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Светлана Грудько, телеканал «Мазыр», специально для телерадиокомпании «Гомель». Первый у Гомельской области фирменный магазин «Беларусь» открылся на базе Мазырского машинобудовничего завода. У фирменных сетках Минского тракторного завода это пятый объект. Аналогичные работают у Минску, Сморгоне, Витебску и Бобруйску. А кроме основной продукции, оригинальных запасных часток до тракторов, тут представлены мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы и причепное обсталевание. Разностайностью уражает и ассортимент товаров народного споживания. Есть и фирменные сувениры от футболок и бейсболок до подарочных посудных наборов. Першим покупникам у день открытия за рад доброго настрою дарили творчие коллективы «Полесская зорочка» и «Стречення». Другие европейские гульни вышли на финишную прямую. Белорусская сборная уверенно тримается на другим радку. На 14 годин субботы у скарбонцы нашей команды 59 медалей. 21 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых. Учора на Минском стадионе «Динамо» прошел финал командных споборництв по легкой атлетике. Белорусская сборная стала другой и отримала серебряные медали. У составе команды выступала и гомельчанка Юлия Костючкова. Яна бегла смешанную эстафету 4 по 400 метров. Поспяхово выступил и гомельский боксер Владислав Смягликов. Он трапил у финал, який отбудется завтра. У рингу гомельчанин сустренется с представником России и позмагается за золото. У неделю за медали протягнуть змагаться представники велосипедного спорту на треку. У составе команды будут и гомельчане. Так само у программе споборництва бадминтон, боротьба, спортивная гимнастика и карате. Закрытие других европейских гульнев отбудется 30 червня. Початок у 20 годин. До речи, на церемонии закрытия стяганосцем нашей сборной выступить мазыранка, олимпийская чемпионка и переможца других европейских гульняв Марина Литвинчук. У гомельской фан-зоне других европейских гульняв кипит життё. Гомельчане приходят до Лядового палаца, каб разом потримать белорусских спортсменов и просто весело провести час. Сирот болельщиков и представники гомельского областного объединения инвалидов-спинальников. Яны так само приехали у фан-зону, каб подтримать белорусов на головном спортивном форуме года. До речи, гомельские инвалиды-спинальники – вельми спортивные люди. Занятки физической культурой и спортом, а так само удел у споборництвах, помогают у реабилитации. Организация существует более 22 лет. И с чего мы начинали, самое начало, это физическая реабилитация таких людей, адаптация их в жизнь общества через физическую культуру и спорт. У нас на сегодняшний день уже существуют команды спортсменов-колясочников по баскетболу на колясках, по настольному теннису, по плаванию, по легкой атлетике, по паралимпийскому виду спорта, бочча. И ребята участвуют в различных соревнованиях и турнирах различного уровня, от местных и до международных. У День незалежности Беларуси 3 липеня у Гомеля отбудется инклюзивный забег «Разом мы можем усе». Его мета – популяризация спорту серед людей с инвалидностью.
Сустрэцца на вуліцах Гомеля прапануе малады фатограф Галіна Ласаева. Пад аднайменнай назвай у цэнтральнай бібліятэцы імя Герцана адкрылася яе персанальная выстава. Кожны партрэт зроблены ў лакацыях горада Гомеля. У фокусе маладыя людзі, улюблёныя пары, сем'і з дзецьмі. За імі знаёмыя вуліцы, будынкі і нават сцены абласнога цэнтра. Галіна Ласаева пачала фатаграфаваць 5 гадоў таму. Сёння яна з упэўненасцю гаворыць, што больш за ўсё ёй падабаецца раскрываць у фотографиях прихожусь человечей души. Бо кожный уявляя собой неповторную особу. Я всегда говорю, что для начала мне нужно узнать человека, которого я буду фотографировать. Для фотографа важно, чтобы он, можно сказать, полюбил объект своего фотографирования, и тогда появляется эта вот незримая связь. На гэтым выпуск завершаны. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Добрых вам выхадных дзён і да новых сустрэч у эфіры.